Всем привет! Это снова чашечки. Чашечки. Не кружечки, как кто бы мог подумать, да? А чашечки. Я сегодня, короче, решил быть синий. Сегодня я такой уставший, такой невыспавшийся, и так хочется спать, поэтому красной чашкой я не могу быть. Я буду синей чашкой. В хлам синей чашкой. Все. А, здорово, дружище. Не всегда нужно быть одинаковой чашкой. Так, у нас тут пройдено, да. Вот тут у нас еще поле какое-то и корабль. Помню точно. Пойдемте сразу в поле. Сразу, ничего себе. Ну, так у тебя все то же самое, ведь, да? Да. Ты хоть и синий, но такой же. Обычное? А, значит, босс, да. Тут-то можно, да? В лицо. А, ну понятно. Удивил. Сейчас он, короче... Опа, так... А, нет, он еще вот так вот может делать. Ага, на в него тоже нельзя попадать. Хорошо. Ого. А... столько прошел. Ты синий, что-то синий вообще не очень, да? Ну-ка. Во. А, он такой недалекий. Ага. Ага. Да если в тебя попада... Нихера себе. А мозг что, не сломать? Оу! Полегче. Мозг, короче, не ломается. Ага, вот тут тоже нельзя стоять. Понято. Даже первую фазу пройти не могу. Нихера себе. Что-то эта пушка не очень подходит пока, на мой взгляд. Ну, столько пролетает мимо. Да, блин, сразу заново. Бред. Угу. Во, тут... Во! А вон, снизу, нихера себе. Удивил, молодец. Давай. Не попадешь ни одной, смотри, даже... А, надо уходить. Оу, понятно. Ага. Да почему? Ты что делаешь-то такое странное? Это вторая фаза, видимо, началась. Понятненько. Да, это вторая фаза. Ну, да. Да не, пока легко. Последняя фаза интересная. Я просто коплю на нее. А. Ага. Ага. Ну, давай. Ага. А, ну вообще отлично все, да? Можно убить мозг? Оу, можно убить, когда он, короче, это превращается, да? А морковки? Так и не понял. Ага, вот как от них отвор... Блин, мне, походу, джойстик сел. Как-то он кривоватый, какой-то пинг я чувствую. Оу. Вау! Ау! Вообще, а потом я ульту использую и убью с одного удара. А потом я проснусь. Ты начал с этой атаки, да? Нифига ты умный. Блин! Я смотрел на мозг, хотел мозг просто... Да! Надо это повторить, да, конечно. А почему ты сразу не можешь это сделать? Ту атаку, которую я хочу. Остаться как бы на той атаке. Ой, не прыгай. Ты чё? Не будь дурачком. Давай. Кулякай, ну. Оу. Да как так-то? О! Ага. Оу. Ага. Ну давай. Ух. Да куда ты прыгаешь-то, дурак, что ли? Куда, говорит, направляешь, туда я прыгаю. Сам ты дурак. Ух.
Полегче, полегче, полегче. Нихера, ты что там мутишь? Давай, опа. А, нихера себе, нихера себе. Все это, когда он цветочек, все это последняя фаза. Понятненько, понятненько. Ну, ты как бы не кажешься сложным. Хотя последняя фаза может быть, да. Еще той жопой. Так, стоп. У меня управление говенное вообще. Какой-то инпут вообще просто чувствуется. Но он у меня сел, я поставил его на подзарядку. И это может быть проблемой на самом деле. Ну-ка, а если выключить? Ну ты типа подзарядился, да, и больше не мигаешь. Давай попробуем. Ну или это может... Да. Я придется походу комп перезагружать. Такое может быть. Такое бывает. Это из-за YouTube. Ой, из-за YouTube. Из-за YouTube это все. Это из-за USB, да. Он может глюкнуть, короче. Видели, видели, я пробежал. Я перезагрузил, короче. Я думал, может еще взять красную чашку. Может, думаю, это все дело в красной чашке. Но думаю, нет, все-таки не в красной чашке дело. Это все-таки было дело джойстики. Джойстик. Живите с этим. Ай, страшно было. Просто надо забивать. Он пока стреляет, как бы ты стреляешь, да? Пока он стреляет. А потом надо уходить, да. Ага, вот так вот. Почистил. У-у-у. Нет, ну я же знал, что поверху. Я уже видел, я чувствовал. Я, блин, это, наблюдал. Воу! Так это... А, нет, еще... Там же это вырастет кусты, да. Так, убиваем, убиваем, убиваем. Да, блин, ну все понятно, да. Почему так? Я потерял две жизни? Когда? Ну, то есть, да. Ну, я думал один, ну, и так потерял две. Я думал, что я потерял одну жизнь. Ну, как-то так я потерял две. Давай, стрелякай. Так вот. Он ведь около нас-то не стреляет, да? А, он руками делает так вот. Ну да. Не, ну молодец. Все правильно сделал, да? Ну, не знаю. Я уже понял, что мне жопа. Ну, решил что-нибудь нажать. Думаю, может, если я нажму что-то, он сам себя пьет, что ли? Он сам пьет свой мозг? Перебор. Зачем пить свой мозг? Всегда есть те, кто попьют твоего мозга. А, в него стреляй. О-о-о! О, да, 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 вижу. Да, блин, как я не увидел эту красную херь? Я причем... Я увидел, что он открыл. Воу! Все нажал, все кнопки нахрен. Как-то ульта плохо копится, не кажется? Нет, кажется. Ой, ой. Да, понятно было все, но... Ну и тоже, да, понятно. Вот дохожу, до последней фазы дойти не могу, на самом деле. Почему ты начинаешь всегда с другого скилла? Объясни мне. Я хочу, чтобы ты начинал с этого. Я уже решил, что я им играю. Им нужно убивать, да. Это говно нужно убивать именно этим скиллом. Ого. На самое тупое, что я мог сделать. И я это сделал. Ну ладно. Чего? Я как повторить? Давай. А ты просто умрешь на этот раз. Мерзкий ты цветочек. Кстати, такие были, помните, да, была какая-то миссия? Там мы типа бежали, и таких много цветочков.
долго они умирают? Да, короче, я понял. Так почему ты... Я, мне кажется, что красный лучше. Вот просто. Мне такое чувство, что у красного больше шансов победить его. Он более злее, более как бы продуманнее, мне кажется. Синий прям, ну вот... Ну вообще... Ну он всегда синий. Да, да, да. Ладно, нас, соберись, Артём. Легкий босс, блин. А ты себя как говно на нем ведешь. Кстати, а что ты начал постоянно стрелять первым разом? Ты сначала должен голову сымитнуть. А сейчас стреляешь, да. Ну а сейчас мы, короче... А, ну нет, да. Пока они падают, короче. Да, 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 да. О! Так, вот это убиваем, ага. Ух. Да как так-то? Тры-ты-ты-ты-ты. Ага, ага. Ага. Ого. Да блин. Давай уже травку расти. Да нихера себе ты. Че удумал? Надо где-то встречать либо сверху, либо снизу, и когда... Реально, ты травку не будешь призывать? Ты что, прикалываешься надо мной? А, вот так вот я сделаю. Ничего себе. Блин, ну... А что так жестко-то? Я думал, меньше тебе урона на... Ты охерел вообще? Говножуй. Говножуевич. Да, блин! Вау! Ага. Да, вот да, 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 я понял. Кстати, если ловить красненькую... то не будет этого мозга, да? Ничего себе, что я только что понял. С красненькой мозг вылазит. Ага. Где красненькая? А, ну да, поймал, блин. Как это сделать? Она переигрывать. Там уже летит, видели, да? Подача. Ох. Что-то ты это напрягаешь, цветочек. Цветуёчек, ну. Ну ладно. Да, блин, можно все заканчивать. Я, типа, стараюсь. Я хочу выйти на последнюю фазу просто. Так, а ты с этой попадаешь? Да, попадает. Лучше на этой стоять. Ага. Попадаешь же? Я правильно понимаю? Ага. Давай. А кто? А, она типа. А. Я думал, ну да, он сам выбирает, говорит. А как я должен понять это было, где это будет? Ну что-то я это. Я просто на мозг смотрел в этот момент. Нихера себе. Да, блин, да на заканет. Переигрывать сразу же. Надо спрыгивать. И надо копить полное. Не надо использовать.
По чуть-чуть. Нахер. Да можно накопить и такую мощную в него вкатать. А как? Да куда ты вниз-то? Оу, ну конечно, ну, два одинаковых. Жестко, ты меня третируешь, блин. Давай полегче со мной. Будь так любезен. Ага, вижу. Да блин! У меня уже ульта была. О, я бы еще как бахнул, как бахнул. Не-не-не, все, вижу, вижу его победу. Вижу эту победу, я вижу. Он не видит, возможно. Я вижу. Что, нам может чашку заменить? Я думаю, это сразу, короче, даст о себе знать, как только чашку заменю. А. Эта чашка любит ловить в чашку. Видели, он сам свой мозг пьет. Это жестко как бы. Это перебор даже для меня. Это как сам себе жена получается. Да давай вылезай. Сейчас по-любому... Вот и... Ага, ага. Ага, давай, давай. Уф. Ага. Ага. Да, 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 да. Снизу самое интересное, мы знаем, да. Да, рукой что ли? Ничего себе. Да как? Блин, ну это бред. Ну это да, это вообще, это сейчас только что было басрушки, но по полной причем. Да я не смотрел, я смотрел на мозг, на летушки, на все что угодно смотрел, кроме босса, блин. Она смотреть на босса. Не, я хреново вышел на эту фазу. Я обосрался вот так вообще в конце. По-тупому. Проще было его не переводить. Знать бы, сколько у него точно хп. В какой момент его переводить, да, когда не надо, когда не стоит. Давай, вылезай. Поверху, ну конечно же, поверху ты ударишь, блин, дебила кусок. Ну ты ж цветочек, но... Что ты вообще знаешь? Да, понятно. Повторить, но... Надо сразу туда уходить. Как только вижу, что он ручки соединил. Давай. Да опять ты стрелять начал. Ну ты, блин, бесит, когда ты начинаешь с этого скилла. Просто этот мозг неубиваемый получается, да? Ну вот, да, да, да. Из этого вот... Ну мозг можно как бы это... Каким-то образом поймать. Типа парировать. И тогда его не будет. А так-то в целом вообще легкотня полная. Говнишка кусок. Ну явно какая-то, да, сорняк. Косящий под цветочек. Умел бы я парировать. Был бы в жизни... Ну да, да, да. Это было бы легче в жизни. Умею бы я парировать. Но он опять стреляет. Он бы мозг, он мог бы это, да, типа. Ой, ты себе. А почему это я? Мог бы, да, вперед кинуться вот этой своей атакой, кусакой, вот этой, да. Писюлей назовем эту атаку. Он реально писюлей себя корчит в этот момент. Блин, опять мог бы как-то спарировать, да? Наверное.
Во. Молодец. Ага. Давай, вижу, вижу, да. Читаю тебя. Как книжку, ну, про цветочки. Книжку по ботанике, ну, пятый класс. Мог вот эту атаку тогда замутить, а смутит вот эту самую сложную. На самом деле это самое сложное, потому что она, как это сказать, вот, видите, она уже как бы, да, сработала. О, ничего себе. Да блин, что ты делаешь? Умри, может. Нихера, где было? Вообще чучулька. Нихера. Я почему, у меня две ульты там уже было, вы видели, да? А я их не использовал, потому что смотрел на его атаки, не понимал, что он сделает. Надо было юзать, просто юзать и юзать ультюшки. Опять не с этой... А, нет, не с этой стати. Это рассачивает. Я на него наговариваю-то. Да ну бред. Сейчас. Научусь парировать, короче. Мне кажется, что это самое время научиться парировать вот эти вот штучки. И тем более начал с этого, да? И мозга не будет тогда. О! Красота, видали, да? И мозга нету. Да, и я вот так вот по-тупому всосал, но... Такую красоту сделал и всосал как говно. Если за мозгом следить не придется, то это вообще легкотня. На самом деле. А, ну да. Ну да, да, да. Рано. Надо там встретить. Мне просто интересно, я оттуда достаю вообще вот просто этой атакой. Вот это понятно, а вот этой достаю. А, чили нажал вообще. Ой, надо сердечко, короче, делать. Но какие-то атаки достают, хорошо. Ну не, это тупость, да, то, что я сейчас творю. Да в жопу, ну почему я бэшку-то нажимаю? Надо ашку нажимать в этот момент. Бред вообще. Тут вообще бэшка не нужна, если что. Вот это я всрал сейчас. Вот просто ни о чем. Причем поддается даже порой, я всираю просто. Так, нужно. А, ну все это. Сосина. Апс. Да не, надо, короче, выход. А куда? Выход на карту и сделать хпшку. Похер, что я буду дамажить меньше, но, блин, плюс одна хпшка. Это намного лучше, чем, ну, вот этот вот навык. Однозначно. Да, да, да. Боль, тут мы вот так вот добьем. По-жесткому. Вообще раздалбываем его в гавкашку. В какулину. Ва, как это сложно сейчас было. Ну, конечно, да, будет пропеллер, но... Три в подряд, чё бы нет. Ну, хорошо, хоть по низу. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ага. Воу! Ну, блин! Я видел, но прочитал, но как-то не дочитал, походу. Так, ищем красную. А, нашли, конечно, но... Да толку-то. Так, ага.
Ага. Ну это было понятно. Так мало ульта сносит. Я-то думал, вообще как бахну. Она как-то это... Туда можно дойти, вообще не потратив ни одной хпшки. Тут нет где тратить. Ну понятно, да. Да, блин. Негде тратить. И сразу же потратил две жизни нахрен. Ни на чем вообще просто. Чаще бы ты головой вот так вот метался. Писюлю бы мутил почаще, но... Да блин! Какая-то маленькая херь, а! Просто, да? Маленькая говнятина какая-то лежит и все мне портит. Где красная? Да вы прикалываетесь, блин. Да? Бред вообще. Надо успокоиться. Да это все синяя говночашка, но... Точно кружка же, не чашка ни хера. Был бы он чашкой, нормально все было бы. А то это... К чашкам подписалась кружка, короче, да? Вот как ты, почему ты его не убиваешь? На тебе, по полной просто. Вжарено в тебя. Надо ульту в этот момент мутить. Уф. Уф. Перепрыгнул, повезло. Ага. Почаще мути вот эту херь. Вот эту особенно почаще мути. Вообще, может только их мутить. Ну ладно, ты решил, короче, еще, да, пострелять. Это что сейчас было? Да, конечно, но... А! Да, понятное дело, но... Ну, половину даст нашу фазу. Ну, блин. Надо уходить. Я понял, что как бы в ближине он... Плюется чем-то и все, это жопа. И где красная? А, мог. Да блин! Роско, ты меня, цветочек, говночек, блин. Вау. Чё? А, ачивку какую-то получил. Да блин! Ладно, живем еще. Да блин, а! Сколько осталось? Вообще капелюшка. По-тупому обосрался, но... Так-то он очень легкий. Ну да, только вот такие вот
Сратели. Ну, надо было прыгать вниз, а я какую-то херь начал вверх зачем-то подпрыгивать. Потом решил, может, спастись как-то чарджем. Как я помог им спастись, не знаю. Ну вот решил. Ну а вдруг, да? Была, не была, вдруг спасусь. Ай. Сейчас он вылезет, да, меня приписюлит, да, так и будет. Но нельзя около него стоять. Он ручками начинает дергать, да, своими, короче, меня затрагивает, а я ж не могу, блин, чувствовать себя нормально, когда меня какие-то чьи-то ручки трогают. Синюю чашку вообще трогать никто не должен, это синяя чашка. Хотя она кружка, оказывается. Спел. Мозга. Но мозг портит очень сильно все. На него надо внимание обращать. Его нельзя убить, пока он не раскрылся. Он над мозг получается, да? Да ну нахер. Просто, блин. Тут очень главное начать хорошо. Ну он бы еще скиллы бы вот эти, почаще бы ручки свои бы мутил, а не выстрелы вот эти вот. Выстрелы самое жесткое на самом деле. Потому что много нужно что отслеживать. Вот как сейчас, да? Просто на ровном месте хпшку теряем. Да! Что это было сейчас? Ну это да, это я типа хотел, думал, а если я буду стрелять туда и туда, но он зал просто побежал. Тут надо еще какую-то кнопку нажимать, которая типа стоя стреляет, я понял. Я не помню эту кнопку. Типа чтобы не двигаться. Стрелять с места называется эта кнопка. Убить по-любому. Как я попал в нее? Красиво все делал. Ну чем он чаще ладошками пользуется, тем как бы мне проще. Может по 10 раз подряд или? Ну нет, он решил пострелять, но. А, ну понятно. Да, о! И вот так вот я всрал, да? Нечаянно повезло. Ну да, 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 да. Ну не... Видимо, тут надо переключать пушку. В этот момент, потому что ну нельзя около него находиться. Просто. Но он, я не замечаю, не успеваю, он сразу стреляет, и эта херня летит. Ну или хпшек надо уметь миллион. Но это же невозможно. Миллион же кпшек не можешь иметь, да? Такого же не бывает. Вот, почаще, еще разок можешь такую херню замутить. Да, говорит, просишь раз. Давай еще разок. Ну нет, решил, говорит, не, постреляю. Да говна ты кусок. Я тебя просто всрала. Да блин, не увидел. Да как?
Да не в ту сторону, дебил! Да все! Нет, живой еще. Могу. Дергаюсь. Да раньше бы убил эту тварь, если бы в ту сторону, да, выстрелил. Тварина, а? Набор. Да, конечно, красиво отыграл. Мастерство, естественно. Бэшка? Да иди ты в жопу, Бэшка, блин. Тут Ашка с плюсом должна быть. Ух. Чё, грозная гвоздика? Какая грозная? Ты не гвоздика, ты сорняк. Ты тухлый сорняк. Ну, это уже куда-то дальше. Там еще есть что-то у нас. Ну, это явно, да, какой-то переход куда-то в другое место уже. Грозная гвоздика, блин. Чё ты там грозного в тебе вообще таки не понял? Так, тут пройдено. Вот, еще есть лодка. Ага. Грозная гвоздика, блин. Оуф. Ни хрена себе. Оу. А, стрелять по ним надо, понял. Что ты делаешь? Понял. Тут надо обычной атакой на самом деле. Хотя вот эти удобнее убивать таким способом. Опять, да, сейчас стрелять будешь? Ага. Ну, как бы, типа ты переключать умеешь, хотите вы сказать, да? Ну, типа, да, умею, как бы. Кнопки есть. Ай! Кончитесь когда-нибудь? О! Воу! Чё это? Это только половина? Ну, до сюда дойти можно вообще ни хпшки не потратить. Но это удивило, да. А, с тебя начнем, да? На этот раз. Повторим. Ага, опять с тебя. Ну-ка, вот отсюда можно вот так вот? Да, еще попадаю даже чуть-чуть. А ты... Да! Ухо, успел. Ага. Ай! Да кого? Он опять, да, всосал две жизни просто на ровном месте. Все. Вы нихера, два брата, акробата, блин. Один хер, другой лопата. Хотя на последнюю, на фазу оставь. Я просто хочу последнюю фазу посмотреть. О, что делаешь? О, ты что делать? А, монетками. А тут можно... Ага. Последнюю фазу увидел. Тут надо ульту оставлять. Ну, я понял, да. Ну, в принципе, пока не выглядит жестко. Главное, вначале не вожать, и все будет отлично. Вот так вот, да, делать.
Да, блин, ну вот так вот, да, ну на, сразу перед, бред вообще какой-то. Да ты давай от этого, пожалуйста, мне. Это можно ульты набирать, но я это не вижу, что я смогу это сделать. Это слишком нужно быть дохрена скиллованным вообще. Это не про меня. Ай! Да блин, да ну заново. Ну тут бред, ну я теряю на ровном месте вообще. Такого не должно происходить. Хочу какую-нибудь... кнопку зажать, блин, чтобы сама зажималась. Это просто ужасно, это нажим. У меня пальцы болят, это все жать. А, слишком близко. Да не, нормально. Ну да. Реакция. Ну, не надо просто это жестить и спокойненько, да, в этот момент его их убивать. В угол убежали спокойненько. Сели, да. Опа, отпрыгнули. Сидим, да. Опа. Опа. И пошли дальше бить. У нас есть куча времени, чтобы их убить. Ага. Ага. Он ускоряется. Вроде как, или так кажется. Дальше бы не отправлял, было бы классно. О! Ага. Да не, вообще. Один скилашник, но. Когда можно как бы стоять вот тут его, да? Главное, около ноги у него стоять. О! Да! О! Да ты прикалываешься. Да блин, нихера себе, а сколько я прошел? Вообще. А я что, урона не нанес, что ли? Ультой, я ульты у него слил. Нихера себе. Что-то сейчас не понял. Вот честное слово. Вообще не понял. Блин, ну ты очень далеко отправлял это все, конечно, тварь такая. Блин. Ну, конечно, нужно перезапускать, но ладно, я чуть не понял про ульту. Рано отдал. Может быть. О, как быстро. Вот тут, а вот стоять около ноги, и все будет без проблем вообще. Ага, вот тут, а вот. Вообще похеру. Ага. Бах. Да не, не похеру ни хера. Да, блин. Дальше тут надо отходить. Тут опять придется, походу, да?
О, три тигра, это что? А, типа медленнее, да? Ну, типа мячики прыгают, ни хера себе. Вообще ульта ничего не нанесла, получается. Не понял. А я по нему вообще урон наношу в этот момент? Или как-то нужно... Типа, урон наносит только вот этот, вот то, что я ручку дергаю. Не понял вообще. Вот честное слово. А-ха-ха! Жесткая. Вот я последние фазы пока понять не могу, если честно. Все остальные фазы вообще легкотня. Около ноги стоять. Ну там аккуратно только двигаться. Чуть-чуть там отдать. Вот так вот, да. Вот тут вот. Нет, нельзя так. Понял. Угу. Я читаю в этот момент, походу. Не-не-не, да. Нужно откатываться. Получает он вообще урон, интересно. Опять, да? А. Ну вот видите, типа... А, так я вообще урон не нанес. Ладно. Никакой. Получается. Из нашего казино выхода нет. Хм. Если честно, я что-то не врубаю. А почему я урон не наношу на этой фазе? Не понято. Давай, дуй. Блин, рано, рано. Ладно. Так, может быть на последней фазе. О-о-о-о-о! Опять джойстик? Класс. А, мигает, ага, вижу. Ну да, 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 да. Надо под... Да бред это. Джойстик, ты меня сегодня жестко подводишь. Вот прям вот реально. Ты бы знал как. Вообще просто. Два раза уже. Тем более ты джойстик, ты не геймпад. Был бы геймпадом, еще можно было бы понять. Но ты же джойстик. Ты же из родных. Из милых. Из ламповых. Из тех самых, из 90. Угу. Что это было сейчас? Воу. О, успел начать. Ногу ему просто расстреляю тебе ногу. Как тебе такое?
Надо, да, надо проще тут как бы аккуратненько. Да, конечно, вообще рано подпрыгнул. Может, там куда-то бить нужно в особое место? Не? ВБК, такое даже не знаю. Вот, сам легкая, кстати, получается, да? Оу, полегче. Ну, все равно, да, запустим. О, опять три быка, ничего себе. Такая рандомина. А. И чё, и вообще ни хера не нанес ему урона. Может, надо стрелять в этот, как бы, в автомат, типа, да? Пока он открыт, пока он выпускает эти херни. Может быть. Тогда надо менять пушку по-любому. Да, блин. А. Ну, надо, короче, это перерыв сделать, пока джойстик это подзарядится. Я просто нажимаю кнопки, они не срабатывают. Ну или я так пытаюсь отмазаться. На самом деле это просто все руки. А джойстиком все нормик, но. Ага. Часто ведь нормально. Да там как бы не постоянно на самом деле. Страшно-то как было, а? Ух. Мне кажется, что тут можно не стрелять. Как будто бы тут, да, тут вообще просто нужно красиво отыграть и все. Может быть, реально, да, ему нужно стрелять в этот? Сейчас узнаем, кстати. Тоже несложно. Да, все понял, да. Ему нужно стрелять в рательник просто. Впасть его, плюнуть ему в лицо. В лицо, в рот ему просто наплевать, нахаркать ему туда. Все понято. Теперь понятно, как его убивать. Это главное. Осталось проблему с геймпадом решить. Он был до этого нормальным джойстиком, а сейчас стал геймпадом реально. Не, ну джойстики так себя не ведут. Только геймпады. Джойстики — это любовь, геймпады — это что-то вот такое вот не очень. Что-то постоянно ломающееся и нужно менять. Слышал, джойстик? Ты так геймпадом станешь. Ну, дело твое, конечно. Споров нет. Кто я такой тебе, чтобы указывать, как тебе жить? Твои кнопки, твои правила, но... Хоть на них нажимаю и я, конечно. Давай уже! Нет, да? Еще поплюетесь говнецом. Быков бы побольше, да? Было бы жестко. Ага. Ногу. Убей его тонкую ногу. Нет, ну вот это было сейчас вот. Вот я прям видел, как я бежал в нее. Ну да, это не, это, конечно, не геймпад был в этом виноват.
Ой, да я тут нормально все делал. Че я так всасываю? Мне надо по-любому с фулл хп выходить на ту фазу. Вообще. Ага. Ротельник свой открыл. Может мне туда залезть? Вот это самое жесткое, кстати. Как стрелять-то в этот момент, кто мне объяснит, блядь. Ну да, тигры это вообще какая-то жопа. На, сразу же. Тут надо, походу... А, у меня же нету автоматической, да? А, нету, да. Точно, я же не купил. Тут надо автомату делать. Ну да, тут на автомату реально делать. Да уж, конечно. ХЗ тогда чё? Ну, стрелять. Надеяться, что тигры не попадутся. И все. Если тигры, то это жопа. Ну, туда надо с фулл хп выходить. Это понятное дело. Вообще там без фулл хп делать нечего просто. Два босса, блин. Надо дать неспочные боссы, если, конечно, на то уж пошло. Нога, ты будешь страдать. Страдающая нога. Как вот? Зачем я? Почему я не ушел? Когда я понимал, что он в меня попадет, если я сейчас не уйду. Вот так вот, да. Вот так. Да похер, как бы. С Ивови надо играть. Нет безопасных зон, я в этом уверен. Все? Да, говорит, все. Монетки пошли. Игрушки, охренеть. Да давай, открывай свой рательник. Игрушки не так сложно на самом деле. Да, смотрите, как он страдает в этот момент. Самое сложное это тигры. Лягушки это вообще не сложно на самом деле. Блин. О, лягушки снова. Давай больше лягушек, на самом деле. Я с лягушками научился справляться. Главное в монетки не попадать. Сейчас смотрите, тигры. Сука. На две жизни. А! Чмарина, а? Ну, все-таки какой-то урон проходит, когда он это... Ну, максимальный урон проходит, когда он свою пасть разрывает. Разрывает. Это я ему пасть разрываю. Открывает набор. А че я так мало карт набрал? Ничего себе. Ахе. Б минус. Такая красота и какой-то Б минус. Да, вообще обидно. Ри. Риби и квак. А, Риби и квак. Риби. Там это. Риби. И квак. Можно пройти? Ну, понятно, все, да. Остается вот дальше, как я понимаю, да? Что это вот? Типа, ну-ка, у меня где-то что-то есть, да? Где-то какие-то... Вот список, да? Да, все, я все прошел, ну туда, как бы... БО, а минус лизные безумцы. И мир 2, да, начинается. А, ну это на переход в следующий мир. Ну пойдемте. Я проходить его, конечно, не буду сейчас. Дом кубик. Ну давай, привет, кубик. А, они как будто все срать хотят. И все же красный мне больше нравится. Вот это да! Неплохо у тебя вышло с должниками. Теперь можно и на другой остров перебраться. Там тоже найдется работенка. Посрать бы, сейчас бы. Ага, ага. Жалко мне одно, что красный лучше, а я синий.
Чернильный остров 2. Окей. Парни, погодите. Уф, хорошо, что я вас догнал. У меня есть план, как вам выбраться из этой заварушки. Ну, у тебя есть план, мы поняли, да. Правда? Ну же! Ну же, давай, кидай его в чашку, ща мы это... Ваша сила растет, скоро вы сможете одолеть даже шестигранного короля, а то и самого дьявола. Да ни хрена себе! А были просто чашками, может быть, даже фарфоровыми. Правда, сможем? Честно слово, но пока вы не соберете все договоры, дьявол вас близко к себе не подпустит. Только так вам удастся обыграть судьбу и кости и победить. Когда наступит момент, не зевайте. Хорошо, не зеваем. Ну, план есть у нас теперь, это уже отлично. Чем завершилось, да, все это? У нас появился план. Это хорошо. Тут что-то про клоунов, про дискотеки. Вон, я смотрю, тут может сюда сходить. И в ручеек, да? Плюнуть. Здрасте. Ладно, закончим на этом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!